Автостанция Кущевская. Какие красавчики, букву Е не забыли. Туалеты 25 рублей. Ростов. Слушайте, видел женщину с чемоданом. С чемоданом! Представляете? Я такого... Я чемоданы вообще не застал. Ну, у нас был какой-то старый чемодан, когда я был маленьким-маленьким. Но там какие-то то ли фотографии хранились, он не использовался по назначению. Потом куда-то исчез. Но сейчас я видел женщину реально с чемоданом. Это, конечно, удивительно. Тихорецк. Слушайте, какой туман классный. И со всех сторон был туман, пока ехали. Восхитительно, на самом деле. Всем привет! Снова в мостах, в чудесных мостах, где так много исхожено, так много ездил здесь на моноколесе, с детьми здесь гулял. Чудесное место, люблю это место. Сейчас договорился «Газель». Отсюда заберу письменный стол, который меня уже ждет месяц. Пеноплексы куплю еще, листа 24, что ли, мне нужно, чтобы домик до конца обшить. В общем, путешествие на автобусе из Ростова Мостовской. Отсюда дальше Курджинова. Посмотрим, что там произошло в мое отсутствие. Ванная. В принципе, половина работ сделана. Горячая вода должна уже быть. Все должно быть. В общем, на связи, друзья. Теплые источники – это сила, конечно. Я попал из лета в лето снова. Сейчас куплю сантехники. Унитаз надо купить. Переходники. Гибкую подводку. И, надеюсь, в ближайшие дни... усадьбе. Я не называю этот дом усадьбы на партизанской. Сделаю уже полноценный санузел и душ. В общем, и теплый пол. В общем, следите за обновлениями. Как же мне нравится Мостовской. Сейчас, к сожалению, нет времени пройти туда дальше. Там прекрасный парк, замечательный. С детьми мы там гуляли. Классное место, классный поселок. Тот случай, когда я... Ну, это мое личное мнение. Работают с тем, что есть. Здесь нет туристов, ну практически нету. Сюда местные на теплые приезжают, но целенаправленно сюда вроде как никто не ездит, только проездом. Потому что есть Адыгея, есть, соответственно, горы. Здесь те, кто горы любит. А здесь только источники. Но источники не только здесь, поэтому это не такое туристическое место. Но поддерживают чистоту в целом. Может, попридираться по мелочам можно, но в целом заслуживают уважения жители и администрация. Сколько здесь хожу, и весной, почти зимой впервые побывал. Да, зимой, точнее, впервые был. И весной, и летом. Замечательное место. Мне нравится. Я бы, конечно, прикупил здесь квартиру. Так идеально бы. Дом в Курджиново для души. А здесь квартира, когда печку не хочется топить или конвекторы включать. Приехал, здесь тебе ванна, горячая вода. Ну и там у меня горячая вода будет. Ну вы поняли, квартира есть квартира все-таки. Но жить, безусловно, только в своем доме, на своей земле, без соседей. Но иногда квартира, например, деток привез, и в квартире все-таки в квартире. Зашел, и все, тебя ничто не парит. То есть у тебя все работает, ничего не нужно поддерживать, только оплачивай все это. И все. А дом оплачивать практически ничего не нужно, кроме потребления воды и электричества. В общем, шикарное место, мосты, Мостовской. Классно. В общем, достаточно много сейчас. Унитаз почти 9000. А, по мелочи краны, трубы еще, гофра, что-то еще там в районе 1000, даже поболее. Пеноплекса 6. Почти на 7000, 26 листов четверки. Я посчитал, мне за глаза должно хватить. А пеномонтажная 900, пистолет еще один решил не экономить, а пользоваться каждый раз новым. Ну, точнее, у меня есть он, но вдруг он не заработает, либо пена плохо пойдет. Стоит 345 рублей, решил не экономить. Перевозка 2-300 обойдется. Ну, учитывая, стол все равно вести нужно, очень много. Что-то еще купил, ну так, потихонечку. Денежки тратятся, но деньги существуют для того, чтобы их тратить, не так ли? Тем более на хороший... А, лейку купил, душ за 2700. Хорошую. Здесь вообще на юге люди
ну, говорят, как есть. То есть продавцы, сами владельцы обычно небольших точек, они так, если тебя даже первый раз видят, как правило, не будут тебе втюхивать отстой. Так и говорят, это не берите. Прям реально не первый раз замечаю. Юг все-таки, особенность такая есть, люди более честные. Вот. Не то, что в Москве нечестные, нет. Но здесь больше так, как-то по-братски, что ли, больше относятся, могу так сказать, чем в Москве. Правда, справедливости ради, в Москве очень много живет национальностей разных. Поэтому любые могут обмануть, но все-таки Москва – это такой большой котел, в котором очень много разных людей. И опять же, справедливости ради, меня как-то так сильно в Москве… Да я вообще не припомню, чтобы меня в Москве кто-то обманул. Ни с чем. Ни с работами, ни с покупками. Но здесь все равно честнее как-то открытие отношения. Это здорово, конечно. Вот, что еще хочу сказать. Ну, здесь зато на юге люди могут тебя поработать несколько дней или недель, а потом просто свинтить. Что в Москве немыслимо, независимо от национальности, неважно, кого ты наймешь. Договоришься в Москве, ты знаешь, что если там форс-мажора не будет, человек там руку не сломал или в аварию не попал, он придет. А здесь денежки платишь, могут прийти, могут не прийти, могут день-два поработать, дальше уже юг он такой. Конечно, очень это обобщенная фраза. Юг – это же огромный, огромный кусок территории. Но есть такое, есть. И кто живет, подтвердит, что иногда такое случается. Ну все, загрузился, едем в Курджиново. Чайку попьем и поедем. Друзья, ну все, я дома. Сейчас расскажу, что тут произошло. Что я тут делаю? Я чувствую себя дома. Это прекрасное чувство. Напомню, всем рекомендую. Отдал больше 2000. Это работающий от солнечных батарей. Купленный в магазине, офлайн. Поэтому ссылку меня спрашивали, не могу оставить. Просто купил в магазине. Участок, трава не выросла, но я вам завтра покажу все, что я примял. Вон он, культиватор мой стоит. Давайте по факту. Что произошло? Во-первых, много разных посылок. Тут тебе и ноутбук. TCL. Попозже. Тут тебе, я даже уже забыл, чего там у меня назаказано. Куча всяких товаров. Вообще. Это я сам себе отправлял из Москвы вещи. Что у нас тут по факту? Тут пугающий ремонт, но все очень грамотно и хорошо. Смотрите, Роман все делал. Он еще не закончил. Здесь вода стоит, вода уберется. Самое главное, у меня теперь будет замечательный, уже есть, завтра мы подключим, электролюксовский нагревательный бак на 100 литров. Управление по Wi-Fi. Я пока не знаю, буду я этим пользоваться или нет, но завтра мы его подключим, заменены все трубы. Вещь огонь. У меня стоит такой же, поменьше, и не такой навороченный, но тоже классный. В доме на центральный, этот 100-литровый. Стоит здесь. Это уже было в процессе транспортировки появились. Ссылку на него оставлю. Электролюксовская вещь. Здесь на 10 сантиметров поднято. Смотрите, сейчас не видно, айфон не справится. Сколько камней там, ребят? Здесь камней очень много, завтра покажу. Вот Рома все отсюда выкидывал. Залил пол. Здесь завтра с ним уже вместе сделаем. Здесь будет теплый пол от электролюкса. Расскажу, покажу тоже. Это все завтра снимем, выпилим. У меня теперь циркулярка есть беспроводная. Здесь заново пол сделаем. Зальем и будем сюда использовать теплый пол. Купился, унитаз будет здесь. Вот здесь вот сделаем все. А что буду делать с этой? Со стенами и потолком, ну, знаете, самый простой вариант, это, я думаю, просто купить гипсокартон влагостойкий. И будет вполне себе нормальная душевая, вполне хорошая, с нормальным сливом в септик. Нормальный здесь туалет будет, все сделаю, все будет хорошо. И, конечно, вот это тоже чем-то закрыть, старые деревянные рамы. По-хорошему сюда, ну, наверное, дверь стоит поставить, хотя это помещение используется кем-то одним. Здесь туалет, здесь душ, но все равно. Здесь сегодня купил этот душ вместе, ну, в сборе за 2600. Уж много достаточно сегодня потратил, но все это для себя, и это не жалко. Это здорово. Что еще? Наверное, я просто рад. Пока такой, видите, все вот так, но ничего. Дома я теперь разуваюсь, дома у меня чисто. Я оставляю обувь и хожу босиком, либо в носках.
Вот, это детская. Но я не буду вам экскурсию второй раз, просто потерпите, те, кто меня смотрит постоянно, просто люди первый раз, если... Одна комната, детская я ее называю, здесь Артур спал, здесь Тимур, мой сын. Проходим, здесь такая печка замечательная. Печка реально хорошая, со временем, если буду постоянно жить, конечно, я эту плитку заменю как здесь, так и здесь. Камнями выложу, не пожалею, будет вообще потрясающе. Ну и обои, конечно, нужно сделать. Это первоочередные задачи после того, как воду, туалет сделаю. Проходная комната, как я ее называю. Везде пластиковые окна, я не пожалел. Сделал шикарные. Отдал полтинник, но не жалко. Тоже все это закроется. Электролюксовские конвекторы очень рекомендую. Я от них в восторге. Потому что есть режим, во-первых, открытых окон. Опять же, если нужно... У меня таких несколько в каждой комнате. Давайте, я люблю воздух свежий, поэтому окна открываем. Благо, еще пока только октябрь. Шикарная комната. Когда печка топится, то здесь также прогревается. Там кирпич закрыли, видите, нержавейкой. Телевизор, который я не смотрю, использую как экран. Все у меня тут потихонечку уже приобретает такой более-менее жилой вид. Спальня основная. Конвектор инфракрасник, но я его не использую. Я использую еще один электролюксовский конвектор. Как бы не реклама, но реально вещи классные. Я очень ими доволен. Один на ножках, один у меня вон он прикреплен. И еще один у меня есть под детскую, пока не прикрепил за ненадобностью. Стол письменный я сегодня привез. Купил, кстати, за 3000. Сейчас уже 4500 стоит. Завтра вряд ли будет время собрать, но чуть позже обязательно соберу. На всякий случай я отключаю, знаете, хотя можно это и не делать, но, знаете, уезжаю. Электрику в доме везде заменил, все провода, все новое. До конца еще не успеваю все сделать, но со временем, дайте мне немножко времени, будет дом конфетка. Все будет прекрасно с этим домом, все хорошо. Очень люблю огонь, зажигаю свечечки, все забываю купить специальную. Артур, наверное, бросил. В общем, съездил я сейчас в Крым, друзья. Я очень рад, что я туда съездил. Я в восторге. Кто не смотрел, любой из выпусков смело смотрите. Везде интересно. Ну, а я, наверное, на этом не прощаюсь. Я, как всегда, говорю до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо, друзья. Хорошего всем дня.